Далее. А вот вы упомянули уже МСАК, я хотела спросить, как вы считаете, она просто некомпетентный политик или это тактический ход? Я бы не сказал, что она некомпетентный политик. Ну, она, скажем так, пусть это никого не обидит, но это уровень секретарши, который дали бумаги зачитать, да? Тот же Мэтт, который ее постоянно третирует, там он задает ей простые вопросы. Что такое карусельное голосование? Вот послушайте, человек может уйти грамотно от какого-то вопроса по карусельному голосованию, ну, как у всех политиков это есть, да, вот, например, уйти от вопроса, что называется. Может, прямо сказать, Мэтт, вы прекрасно знаете, что такое карусельное голосование, мы хотим это обсудить, если он будет давать, обсудим и так далее, и так далее. Что говорит Джон Сайт? Он так и говорит, что, вы знаете, мне так написали в бумагах, ну, что, глупее нельзя придумать, чем вот так сказать. Значит, это просто обезьяны, которые зачитывают тексты, да. Но если ты даже чего-то не знаешь, от вопроса всегда можно уйти, от любого практически. Заданного в лоб конкретно всегда можно уйти от любого вопроса. Некомпетентность, да. Евгений Янович Сатановский, которого по ближневосточным вопросам я тщательно рекомендую вас, вам почитать в интернете, несмотря на такую цветистость и буримость слога некоторых, вот. Очень интересный человек, почитайте его. В интернете он пишет достаточно коротко, сжато, там каждую неделю выдает. Он не только он, отмечает вообще достаточно большую просадку уровня политиков, разного рода чиновников в тех же Соединенных Штатах. То есть именно как специалисты, как эксперты, экспертный уровень, он полагает, что это достаточно сильно в России. А вот насчет того, что я слышала мнение, то, что ее не просто так вот выставили в должность, что это вот способ отвлечь. А настоящих, вот в Америке, видите, гречки вообще нет, они выставили специально в сайте, чтобы народ бесить. Ну, отвлечь от чего? Ну, все ее слушатели обсуждают какие-то вот ее страны. Да. Именно в Штатах или здесь вы имеете? Остальные события отходят немножко назад. Вы имеете в виду здесь, в России или в Соединенных? В России. В России даже то же самое, да, уже ее выставляют, чтобы от гречки отвлечь народ, конечно. Народу есть нечего, а нам сайте ходит. Да нет, она просто действительно забавно смотрится, согласитесь, даже когда ходят, ну посмотрите, ну когда он в этом задает какие-то простые вопросы, не гиперумные, человек не может ответить ни на один вопрос. Ну это смешно, конечно, это потешно. При том, что ее руководитель, господин Керри, очень умный, хороший такой вот подкованный человек. Они с Лавровым две очень интересные фигуры, они вот именно те самые настоящие дипломаты, очень высокого уровня, которые не опускаются до этого мелкого, что называется, базарового. Почувствуйте разницу.